В Махачкале прошло заседание оперативного штаба. Его возглавил в Рио главы региона Сергей Меликов. По информации пресс-службы главы Дагестана, основным вопросом заседания стала организация паломничества на святые земли Мекки и Медины. Мы единственная республика, которая на прошлом заседании оперативного штаба подняла вопрос по паломничеству, в том числе с введением дополнительных рейсов. Здесь мы только должны поддерживать желание паломников выехать на хадж. Особенно с учетом прошлогодней ситуации. Люди уже в прошлом году были лишены такой возможности посещения святых мест. Мы должны сделать так, чтобы в этом году мы эту возможность им предоставили. Если вы со мной согласны, давайте тогда так и сделаем. Спасибо. Директор хадж-компании «Марва Тур» Булат Курбанов отметил востребованность дагестанского хадж-оператора. По его словам, услугами компании пользуются паломники не только из нашей республики, но и из других регионов. Естественно, готовы все те меры, которые требует и Королевство Саудовской и наша сторона, все их соблюдать, все необходимые меры предосторожности по период организации вылетов, их реализовывать. У нас нет обеспокоенности о том, что дагестанцы могут заболеть в Саудовской Аравии. Там очень строго все это проконтролировано. Выработана схема, которая, я думаю, с большой долей вероятности исключает возможность заболевания. Но единственное решение на нашей стороне, очень надеемся, что решение будет положительное по отправке этих паломников и благополучно они направятся. В ближайшее время планируется вылет паломников в Малый Хадж. Для них установлено возрастное ограничение от 18 до 50 лет. А вот условия для вылета в Большой Хадж – вакцинация и возраст от 18 до 60 лет.